привет, чуваки! Чем удивлять будем? Сегодня эта фраза гиперактуальна для Москвы. Но она не касается сэра Пола Маккартни. На его третий концерт ломанулись как простые смертные, так и первые звезды нашей страны. Сэр Пол с какой-то невероятной легкостью делает из гуру отечественной сцены мальчишек. Каждый из них, не стесняясь, откровенно говоря, тащится от Маккартни и его музыки. Я хорошая была песня. Так... Yesterday, all my troubles seem so far away. И дальше Москва. А Битлз для меня всегда первый раз. Потому что музыка не стареющая. По большому счету, простой мальчишка из там. Ливерпуля из рабочего городка. И в свои 70 он, похоже, продолжает им оставаться, при этом вызывая у пришедших фейерверк эмоций. Кайф, я не знаю, по-другому, наверное, не сказать. Ну, что сказать, это гениальные музыканты. Ну, как всегда, на высоте. Здорово, круто. Просто круто. Вот, три часа почти. Супер. Условно говоря, я спросил вас, скажи, Пол, как жить дальше? И он мне сказал, так вот как, во. Ну, очень крутое шоу. Я рад вернуться в Россию! Россия отвечает Маккартни так же тепло. И в едином порыве чувств человеческие пробки из московского метрополитена перемещаются в Олимпийский. Ведь кто знает, когда мы еще увидим живого классика. И когда он последнее вот это попури спел и заберу вот и так далее, мне так грустно стало. Я так подумал, что неужели никогда это не повторится? Как он просто... икона. Ну, что такое икона? И таких больше нет и не будет. Прикоснуться к иконе, к сожалению, удается не каждому. Но настоящим фанатам все под силу. И автограф взять, и узнать, какой же он вне сцены, сэр Пол Маккартни. Вот такой. Он настоящий, он искренний. Ребят, вот эти люди общались, видели живого Маккартни и получили от него автографы эксклюзивно на музе. Сегодня все видели живого Маккартни. Все хорошее, как известно, когда-нибудь заканчивается. И даже 3 часов подзарядки от энергетики Маккартни кажется мало. Но не всем, правда. Наслаждались и наблюдали Николай Дубинин, Влад Шумахер, специально для Про-новостей.